Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня главный операционный директор Мигель Гомеш опубликовал следующее сообщение. Уважаемые партнеры, наша биржа стартует в онлайн-режиме в течение дня. Первым шагом, о котором мы информируем, является запуск ICO наших монет. После ICO на протяжении 30 дней мы планируем запустить возможность частичного их обмена, что позволит акционерам вернуть вложенный капитал. Монету можно приобрести либо на бирже, либо по прямому контракту с компанией. Во втором случае рекомендатель получает сразу 5% прямого комиссионного вознаграждения и 2,5% косвенного комиссионного вознаграждения. Цена наших монет Time is Money, Eco Social Coin и Agro Social Coin в течение ICO составляет 55 центов. Мы надеемся, что остальные требования по регулированию нашей биржи ВАДГМ будут выполнены к концу ноября. Пользуясь возможностью, мы объявляем, что был заключен контракт на представление высококачественных солнцезащитных очков под брендом ID Luxury. Это еще один продукт для продвижения по партнерской сети и получения вознаграждений. Линейка продуктов под брендом ID будет расширяться. Мы движемся к тому, чтобы стать компанией номер один в мире. Как вы знаете, в этом квартале мы планируем запуск ID в мировом масштабе. Сообщаем, что запланировано мероприятие в Дубае ориентировочно 6, 7 и 8 декабря 2019 года. Правила проведения и участие партнеров будут опубликованы завтра в официальном заявлении. Мы внедряем две линейки продуктов для сети. Одна конкретно для события в Дубае и другая под брендом ID, которая будет доступна в бэк-офисе, в том числе новые инструменты для работы. В следующем месяце нас ждет много сюрпризов и новостей. Мигель Гомеш, главный операционный директор. В чате опубликован вот такой скриншот. По всей видимости, именно так будет выглядеть биржа Umbrella после запуска. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.